Педиатр Василий Судьин назначен на должность заведующего детским стационаром Звенигорода. Эта новость всколыхнула родительскую общественность города. Возникли опасения. Теперь доктор не будет принимать маленьких пациентов, как раньше. Но они оказались напрасными. Личный прием детей продолжится. Пока это 2 часа в день. По мере возможности время будет увеличиваться. На должности заведующего детским стационаром Звенигорода Василию Судьину в первую очередь предстоит решить кадровую задачу – полностью укомплектовать штат, чтобы медицинское учреждение начало работать в круглосуточном режиме. Сейчас оно функционирует как дневной стационар. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».